Итак, вот фотография, с которой мы сейчас будем работать. Итак, вот наш снимок в самом начале работы. И вот что у нас с вами должно получиться в конце. Также давайте рассмотрим, какие материалы здесь я использовал для того, чтобы получить вот данный эффект. Во-первых, это фотографии студийной девушки, как вы видите. И довольно много различных клипартов. Так, давайте я чуть-чуть увеличу размер. Вот они. Во-первых, это клипарт, вот такой вот, с изображением механизма часов, который мы использовать будем для создания механизма на плече. Далее это идет текстура карбонового волокна, которая будет у нас накладываться также на кожу девушки. Боке текстура для создания фона. Блик, который также мы будем добавлять на плечо. Текстура дыма. И текстура вот такого вот огня. От них, на этой текстуре мы будем использовать только искры, то есть верхнюю часть. И также здесь находится папочка, которая называется Flames. Это эффекты свечения, которые мы будем использовать для создания красивого свечения на волосах модели. Так, ну что ж, и теперь давайте поподробнее начнем, как создавалась данная работа. Так, я включаю группу и начнем с самого первого слоя. Я вам расскажу. Так, первый слой у нас заключался в том, что мы создавали чистую кожу, то есть разглаживали кожу модели. Вчера вам Максим рассказывал, как ретушировать, да? Здесь я не проводил никакой ретуши, просто разгладил кожу самым простым блюром. Если вы делаете какие-то работы, где вам нужно сохранить текстуру кожи, то ни в коем случае не применяйте данный метод. А если, в принципе, вам здесь не важна текстура, вот как у меня, да, я, во-первых, имитирую пластик специально, так как у нас девушка, она как бы киборг. И, во-вторых, потому что довольно далеко от зрителя модель находится, потому что текстуры кожи в любом случае здесь не видно. Как добиться данного эффекта? Вы просто создаете новый слой, нажимаем комбинацию Ctrl-J, чтобы скопировать слой, либо щелкнув по нему правой клавишей и выбрать здесь «Создать дубликат слоя», кому как удобней. И далее идем в пункт «Фильтр», выбираем здесь «Размытие», «Размытие по поверхности». У нас открывается данный фильтр. Вы можете здесь видеть, как он воздействует на кожу модели. Радиус у вас будет подбираться индивидуально, в зависимости от вашей фотографии. Чем больше ваш снимок, тем, соответственно, будет больше радиус и изогелия. Так, ну вот, у меня для данного изображения лучше всего подходят настроечки. Радиус 30 пикселей, изогелия 15. В принципе, можно даже еще чуть-чуть увеличить радиус. Давайте поставим на 35, чтобы кожа еще более стала у нас гладкой. Нажимаем здесь ОК. У нас идет применение, немножко нужно подождать. Так, вот применилось. Как видите, вместе с кожей у нас с вами разгладилась вообще вся картинка. Это нам с вами совершенно не нужно. Чтобы оставить эффект только на коже, мы создаем слой маску. Щелкаем вот сюда вот. Мы с вами создавали сначала корректирующий слой, щелкали вот здесь по кружку. А теперь щелкаем вот сюда вот, рядом с этим кружочком, на пункт «Добавить маску». Вот. У нас появляется такой вот белый квадрат рядом со слоем. Это и есть маска. Мы ее заливаем сначала черным цветом. Нажимаем Alt-Del. Или через пункт «Редактирование» «Выполнить заливку» вы можете это сделать. Вот просто я делаю все на клавиатуре, чтобы было быстрее, да? Как видите, у нас все разглаживание, весь эффект пропал. Чтобы его восстановить, мы будем пользоваться обычной кистью. Обязательно убедитесь, что она у вас мягкая стоит. Размер примерно 70 пикселей. Ну, в зависимости также от вашего изображения, чтобы было удобно работать.
И прозрачность поставьте сначала где-нибудь 50%, чтобы было лучше следить за результатом. Обязательно, еще раз повторюсь, у вас должна быть мягкая кисточка. Так, выбираете белый цвет и начинаете белым цветом на маске слоя накладывать мазки на том месте, где кожа модели, чтобы ее разгладить. Давайте я немножко увеличу, чтобы было лучше видно. Так, вот в том месте, где мы проходимся кисточкой, у нас кожа разглаживается. Не знаю, видно ли вам это сейчас через интернет, да, но у меня вот она становится гораздо мягче. И таким образом вам нужно проработать всю кожу модели. Я сейчас это делать не буду, так как это займет довольно большое количество времени, да. Будьте осторожны на участках на лице, чтобы не потерять детали. Ни в коем случае не возите прямо вот по носу здесь, по глазам, по губам модели. Лучше возьмите маленький диаметр кисточки. Так. Вот примерно такой. И аккуратно проработайте все участки вот здесь вот. Ни в коем случае не заходите на границы. Границы губ, на границы носа и так далее. И также проработать нужно пальцы будет, чтобы не потерять вот здесь вот детали. Потому что если вы будете накладывать мазки вот здесь вот на границах, у вас получится мыло. Все замылится и будет некрасиво. Так. Вот таким вот способом мы сначала разглаживаем кожу. Надеюсь, вам все понятно сейчас. Давайте я пока что включу чат и спрошу, все ли вам понятно на данном этапе. Так, плюсы, все пока что ясно, да? Отлично. Ну что ж, ладно, раз понятно, идем дальше. Я этот слой пока что удалю и включу тот, который у меня был. Вот я разгладил кожу, проработал аккуратно все детали, чтобы не потерять их. И следующий шаг у нас с вами заключается в том, что мы добавляем на кожу сегменты. То есть, видите, да? Нам нужно наложить вот такой вот узор, чтобы тело девушки смотрелось как тело робота. Сначала мы делаем это при помощи кисти и при помощи инструмента перо. Нам нужно получить вот такой вот рисунок. Ну, рисунок у вас может быть свой, если вы хотите, да? Я просто выбрал вот такой вот. У меня дизайнерский ход такой. Так, об эффектах мы немножечко попозже поговорим, как добиться объема, да? Пока что нам с вами нужно разобраться, как именно рисунок наложить. Давайте я также этот слой отключу. Создаем новый пустой слой. Так, он у нас будет лежать поверх разглаженной кожи. И сначала мы должны настроить кисть для того, чтобы она нам давала правильный мазок. Мы выбираем на палитре кистей круглую жесткую кисть. Размер для нее будет, ну, от 20 до 30 пикселей, я думаю. Давайте поставим пока что 20. Нет, слишком велика. Посмотрим, 10. Ну да, вот 10 пикселей, я думаю, вполне подойдет. Прозрачность поставим на 100%, нажим также поставим на 100%. И теперь нам с вами нужно настроить динамику формы для кисти. Это мы можем сделать в правой части, вот здесь вот, на панели инструментов, у нас есть настройки кистей. Если у вас здесь нету данной иконочки, вы ее можете найти через пункт «Окно» и выбрать здесь кисть. Щелкаем сюда. У вас открывается вот такая вот палитра с настройками для кисти. Мы переходим здесь в пункт «Динамика формы». Так, и в управлении ставим наклон пера. Вот. Это самый важный момент здесь. Как только это сделали, закрываем данное окно и выбираем инструмент «Перо». С его помощью мы будем рисовать уже сами сегменты. Так, ну давайте я покажу, как я нарисовал первый сегмент. Они все делаются аналогично. Ставим сначала первую точку, к примеру, здесь. И вторую точку в том месте, где у нас должна эта линия заканчиваться. К примеру, здесь. Не отпуская левой клавиши, мы тянем
вот таким вот образом кривую, выгибая наш контур до получения нужного нам результата. Как только он получен, мы отпускаем и щелкаем правой клавишей по получившемуся контуру. Выбираем пункт «Выполнить обводку контура». У нас открывается окошко, в котором нас спрашивают, чем мы будем обводить получившуюся область. Здесь мы выбираем кисть и ставим галочку напротив «Имитировать нажим». Так. Нажимаем клавишу «Ок». Так, и у нас происходит заливка. Да? Сейчас у меня просто стоит на палитре белый цвет, поэтому у меня получился вот такой вот эффект. Так. Давайте я удалю контур. И, как видите, вот что у меня получилось. Вот таким вот образом вы должны покрыть все тело модели. Сегменты вы рисуете, еще раз повторяю, по своему желанию. Вот. И как видите, у нас к концу контура он сужается, а к середине он самый широкий. Вот именно такой эффект вам и нужно получить. Это достигается при помощи настройки кисти в динамике формы. Это очень важно. Так, ну что ж, таким образом вы покроете все тело модели, да? Нарисуете вот это вот все. Надеюсь, вам все понятно. Давайте я вас еще раз спрошу. Так, в чате, все ли вам пока что понятно? Так, понятно, понятно. Тяжеловато. Все очень хорошо, отлично. Так, Ольга спрашивает еще раз про перо. Что конкретно еще раз про перо? Чтобы залить маску, достаточно воспользоваться комбинацией Alt-Del. Либо это делается через пункт редактирования «Выполнить заливку». Галочка «Имитировать нажим» она у вас появится, когда вы щелкнете по контуру правой клавишей. Вы выберете там кисть, и как раз под этим выбором у вас будет стоять галочка «Имитировать нажим». Урок этот записан не будет, но будет вся запись. Вы получите запись. И в конце, еще раз повторяю, все получат исходники и PSD-материалы. Так, как сделать круг, я сейчас также расскажу. Так, разгладил кожу я при помощи фильтра. Так, фильтр. Сейчас, погодите минутку. Фильтр размытия по поверхности. Вот он у нас. При помощи него я разглаживал кожу. Но еще раз повторяю, что вам ни в коем случае нельзя использовать данный фильтр, если вы ретушируете свои фотографии. Если какая-то композиция, то да, потянет, но при ретуши ни в коем случае. Так, ну что ж, здесь все ясно пока что. Если да, то мы двигаемся дальше. Так, на пальцах дуги сделаны точно так же при помощи пера. Про круг сейчас объясню. Так, ладно, движемся дальше. Спрашивают про круг, как я сделал круг на руке. Он делается довольно просто. Вы также сначала нарисуете, да? Вот вы нарисовали сначала сегмент, и теперь просто при помощи обычного выделения, то есть вот мы выбираем здесь на палитре инструментов инструмент выделения, выбираем овальную область. И просто вот таким вот образом выделяем на плече участок. Ну, к примеру, вот такой, да? И также заливаем его просто цветом. Нажимаем комбинацию Alt-Del на клавиатуре. Либо, если вы не пользуетесь клавиатурой, то можете нажать «Редактирование», «Выполнить заливку». Точно так же.
Все. В принципе, все элементарно. Так, ну что ж, теперь давайте посмотрим, как добавить нашим сегментам объем. Вот мы их все нанесли на нашу модель. Теперь пришло время добавлять сюда объем, чтобы они смотрелись более естественно и приобрели вот такую вот форму. Как видите, да? Для того, чтобы это сделать, нам нужно щелкнуть правой клавишей по этому слою и выбрать пункт «Параметры наложения». Здесь у нас открывается вот такое вот окно, в котором мы с вами будем работать. Сначала мы добавляем тень. Переходим в настройки теней. И тень у нас с вами будет не черная, а наоборот белая, чтобы у нас с вами получился вот такой вот красивый белый контур. Мы ставим здесь белый цвет на палитре. Выбираем белый цвет. Режим наложения ставим перекрытие. Прозрачность стоит 75%. Угол ставим 90 градусов. Смещение 2 и 1. Но это, в принципе, также будет зависеть от конкретной фотографии. Если вам нужно немножечко побольше сделать, да, сместить, то, соответственно, меняете. Если вас устраивает так, то оставляете. Так. Как только мы разобрались здесь, переходим теперь во внутреннюю тень. Это как раз и позволит нам добавить сам объем. Вот как видите, я отключаю, объем пропадает. И включаю опять, появляется объем благодаря появившейся под сегментами тени. Здесь у нас какие настройки. Режим наложения стоит умножение, цвет черный, прозрачность для данного слоя 75%. Смещение мы также ставим в зависимости от вашей фотографии. У меня она сейчас настроена на 4. Стягивание 0, размер 4. Также, если вам нужно сделать тень либо меньше, либо больше, то есть, как видите, я меняю смещение, у меня меняется глубина тени. Также настраивайте эффект по своему желанию, если вас все устраивает, то оставляете. Так. Ну и последний здесь инструмент – это теснение. Он также нам позволяет добавить глубину. Здесь нам нужно... Самое важное выбрать это внутренний скос и метод плавный. Вот глубина также у вас может отличаться в зависимости от конкретного изображения. Чем больше изображения, тем больше у вас будет вот это вот значение. Также здесь вот смотрите на размер. Размер он будет влиять на, также на глубину тени. Как только вы все настроили так, как вам нравится, закрываете данное окошечко и продолжаете. Таким образом, мы с вами добавили глубину еще сюда, да? Так, опять спрашиваю, все ли вам понятно. Ребята, все ли понятно? Евген у нас самый активный, ему всегда все понятно. Все дальше, дальше просит. Так, про Lightroom, ребят, у нас не будет сегодня. Если вы ждете, то этого не будет. Так, запись урока, запись самого вебинара сегодняшнего будет. Вот вам мы всем разошлем. Так, у Виктории мозг начинает закипать. Да, ребята, здесь если первый раз, то вам, наверное, сложно будет. Но я вам вышлю всем PSD-шники и все материалы, так что вы спокойно дома разберетесь уже. Без закипания. Так, когда разошлем, это надо будет у Жени Воробьева спросить. Он нам скажет, когда мы вам все разошлем. Так. Все понятно, все четко. Давай к сложному. Отлично, идем к сложному. Ладно, продолжаем. Следующий этап у нас. Это добавление под кожу модели вот такой вот текстуры карбона. То есть, чтобы она еще больше походила у нас на робота. Текстуру карбона я вам также прилагаю в дополнительных материалах. Вот она у вас здесь будет. Вы ее откроете и в свое изображение вставите. Так, давайте я покажу, как я это сделал. Так. Вот что у меня было. То есть, вот это вот изображение, которое вы сейчас видите, очень некрасивое,
Оно состоит из маленьких-маленьких вот этих вот текстур карбона. Я их просто накладывал поверх самого изображения. То есть там, где вот у меня должны быть вот эти вот разрезы на руках, на ногах, вы должны заполнить все вот эти участки вот этой текстурой. Прям поверх накладываете, вот как у меня. Как только вы это сделали, вот я сейчас прозрачность убавил, чтобы вам было видно. Так, как только вы это сделали, вам нужно применить данную текстуру только к самим разрезам на руках, на ногах и так далее. Чтобы это сделать, нам нужно зажать клавишу Alt и навести на границу между слоями, вот здесь вот. Наводим на границу зажатой клавишей Alt и щелкаем левой клавишей мышки. Таким образом, мы применяем данную текстуру только вот к этим линиям, которые мы с вами нарисовали. Видите, да? Вот таким вот образом. И точно так же мы с вами добавляем вот сюда вот на руку, только уже будем использовать другую текстуру, где круг, да? Туда мы добавим вот такой вот механизм часовой. Его также мы просто накладываем сверху, открываем нужную нам текстуру, вот отсюда, загружаем ее в изображение, накладываем сверху и зажимаем клавишу Alt. Щелкаем, и она у нас применяется только к тому месту, которое нам нужно. Все отлично. И видите, она сразу приобретает объем такой, который нам необходим. Вот. Так. Опять включу чат. Извините, ребят, что постоянно то включаю, то выключаю. Чтобы никто не отвлекался, ни я, ни вы. Вот. Давайте на этом этапе все ли понятно. Понятно, как добавлять текстуру только к нужным местам. Так, понятно пока что, да? Очень-очень хорошо. Двигаемся дальше тогда. Следующий шаг, который у меня был, это я добавлял сюда вот такие вот точки. Но они нужны для того, чтобы еще больше придать реалистичности. То есть, ну, чтобы девушка еще больше стилизовалась у нас под робота. Мы добавляем точки в те места, где должны, как бы, по идее, быть крепления вот этих вот пластин. Вы можете их размещать в любом месте. Делается это прям элементарно. Просто выбираете кисть. Размер, ну, также будет зависеть от изображения. Ну, в районе 5 пикселей. И просто черной кистью расставляйте точки. Все, здесь больше ничего нет такого особенного. Расставили точки. Идем дальше. Следующим шагом мы с вами добавляем блик. Блик у нас будет находиться вот здесь вот на левом плече, где находится механизм. Также блик у вас будет в наборе, который я вам разошлю. Так. Вот он у нас выглядит так. Называется Flare. PNG изображение. Вы его также загружаете сюда. Вот. Я его сейчас включаю. Вот он у меня появился, да? Мы просто добавляем данный блик, и режим наложения для него очень важно выставить на экран. То есть, потому что он у вас вставится, скорее всего, не очень красиво. Возможно, где-то будут видны жесткие границы. Для того, чтобы от этого избавиться, вы ставите режим наложения экран. И обязательно также нужно добавить слой маску. Вот давайте я здесь сейчас слой маску удалю. Вот, видите, да? Не знаю, вам хорошо ли здесь видно, но у меня появились жесткие границы вокруг данного блика. Чтобы от них избавиться, я добавляю просто сюда маску. Щелкаю вот здесь. Заливаю маску черным цветом. Для этого либо щелкаю вот здесь, вот редактирование выполнить заливку. Я думаю, вам так будет проще. Используем здесь цвет. Выбираем цвет. И ставим черный. Нажимаем ОК. ОК. Так. Как видите, у нас все закрылось под маской. Весь блик. Чтобы его открыть только там, где нам нужно, мы выбираем теперь инструмент градиент, который нам поможет аккуратно осветить те области, которые нам нужны. Мы выбираем вот здесь вот в настройках радиальный градиент.
Так, и прямо вот из центра данной области, то есть где у нас он находится, этот блик, мы вот так вот открываем нашу область. Вот таким вот образом. Как видите, у нас получаются мягкие и ровные границы. Блик у нас появился, но пропали некрасивые участки вокруг нашей модели. Вот таким вот образом вы его накладываете. Так. Все ли понятно здесь? С бликом понятно? Как текстуру добавлять? Просто открываете ее в Photoshop и перетаскиваете в ваш документ. Все, ничего сложного. Так, понятно, понятно. Про узоры я же уже рассказывал вам. Их мы сделали при помощи пера и кисти. Такс. Почему не кистью, а градиентом? Вы можете сделать то же самое кистью, но градиент, он накладывается более ровно, потому что кистью вы можете нарисовать не так качественно, как работает градиент. В принципе, без разницы, можете использовать и кисть. Так, ладно, уже здесь пошли комменты не по делу. Про вчерашнее видео я, ребята, не знаю, что с ним. Вот, продолжаем, в общем. Так, следующим шагом мы с вами добавляем... Так, упс, у меня градиент пропал. Установим его. Следующим шагом мы с вами должны добавить еще небольшое свечение на лицо. Так как, чтобы композиция у нас смотрелась более гармонично, если у нас есть блик, то, соответственно, должно быть от него небольшое свечение. Его мы добавляем на лицо. На лицо модели. Вот я выключил пока что этот слой. Его также здесь не сильно заметно, но оно должно быть обязательно, чтобы ваша композиция выглядела естественно и качественно. Это очень важно. Так, вот так вот она выглядит. Здесь вы просто берете кисть. Цвет для данного блика лучше ставить темно-синий, например. Вот давайте я сразу еще раз вам покажу. Просто сотру все, что здесь у меня было. Так, вот, с самого начала. Мы берем инструмент кисть. Обязательно она должна быть мягкая, чтобы размер был примерно, ну, побольше, чем вот у вас блик, да? Чтобы это все было естественно. Ну, примерно вот такого размера. Так, нажим и прозрачность можно чуть-чуть убавить. Нажим давайте поставим 70%, прозрачность также 70%. Вот. Выбираем теперь цвет. Цвет должен быть примерно такой же, как блик, да, чтобы все было естественно. Можно выбрать его пипеткой. Вот. И обязательно он у вас должен быть темнее. Сейчас объясню, и вы поймете, для чего это нужно. Вот выбрали цвет и берете здесь темный вариант снизу палитры. И делаете мазок в том месте, где должен быть блик. Вот таким образом. Теперь меняете режим наложения данного слоя на линейный осветлитель. Видите, у меня появился здесь небольшой, но вот такой вот интересный блик. Если вы возьмете цвет ярче, то у вас блик получится очень-очень резкий. Вот давайте, к примеру, я вам покажу, что будет, если мы возьмем вот такой вот ярко-синий цвет. Как видите, мы получаем вот такой вот очень сильный блик. Ну, кому-то он может нравиться, вы можете оставить, да? Либо вы можете просто понизить прозрачность данного слоя, чтобы он не так сильно бросался вам в глаза. Вот примерно так. Данный слой вы помещаете под блик, потому что блик должен как бы находиться сверху. Он у вас создается вот здесь вот, но вы его просто перетаскиваете под блик. Вот таким образом. Так. И в принципе здесь тоже ничего сложного. Все. Следующий шаг, который у нас с вами будет, это добавление дыма в композицию. Это также отдельная текстурка, которую мы с вами будем использовать. Она у вас также есть в наборе. Текстура дыма, вот она. Просто также загружаете ее в композицию поверх
изображение накладываете и ставите режим наложения для этого слоя на экран. Потому что если использовать обычный режим, то не так она вписывается гармонично. Ставите режим наложения экран. Так, у вас дым, во-первых, становится светлее, и он как бы растворяется в фоне. Прозрачность ставим примерно 45, может чуть поменьше, здесь тоже от вашего вкуса. Но не ставьте на максимум, потому что очень будет задымлено, да? Это не очень красиво. Лучше использовать где-нибудь 40-50% прозрачности, вот так. И как видите, наверное, здесь тоже есть у данного слоя маска. Она нужна для того, чтобы также избавиться от резких границ, чтобы дым плавно растворялся в фоне. Сейчас я тоже давайте удалю данную маску. Видите, что у меня появились резкие границы сразу же. Для того, чтобы от них избавиться, мы добавляем маску. Так, здесь ее я не буду сразу заливать черным цветом. Мы просто сотрем черной кистью те места, которые нам не нужны. Прозрачность ставим меньше, чтобы эффект накладывался постепенно. Так, и черным цветом начинаем вот таким вот образом стирать те участки, которые нам с вами не нужны. Проходимся вот таким образом, дальше, дальше. Так, до того момента, пока у нас фон не будет плавно растворяться в дыму, да? Вот таким образом. Смотрим до и после. Также можно немножечко убрать дым с модели, чтобы она была немножечко впереди. Вот таким образом. Ну, давайте опять вас спрошу, все ли сейчас понятно. Так. Время для вопросов, спрашивайте, если что-то пока что не ясно. Так, понятно. Отлично. Не успеваю записывать. Виктория, ничего страшного. Вы потом получите, я говорю, PSD-файл. И все спокойно там разберете. Ничего можете сейчас пока что не записывать. Так. Ладно. Оставляем. Идем дальше. Следующий шаг. Следующим шагом мы добавляем на волосы свечение. Вот у меня две папочки. Я вначале вам показывал две группы, ну не две группы, а группу, в которой у меня находятся вот такие вот блики, flames, да, они называются. Вот их здесь довольно большое количество, аж 7 штук. Они накладываются точно по такому же принципу, как и дым. Вы просто их копируете, вставляете в свою композицию и меняете режим наложения на экран. Все. Вот, например, давайте я первую группу включаю. Вот у меня появились блики на волосах, да. Открываем, что у меня там внутри лежит. Это три слоя. То есть три отдельных блика. Вот я взял первую текстуру, наложил. Режим наложения у меня здесь линейный осветлитель, запомните. В принципе, можно оставить и экран, но экран здесь смотрится чуть-чуть потусклее. Поэтому я взял линейный осветлитель. Но в принципе без разницы. Это два похожих режима наложения. Можете использовать либо его, либо его. Как вам больше нравится. Так, ну вот. Оставим пока что экран, чтобы у вас мозг не перегружался. Мы на дыме добавляли экран, и давайте здесь также оставим экран. Не заморачивайтесь особо. Так, включаем следующий слой. Это у нас второй блик. Добавляем его с правой части головы. И третий блик. Вот он появился. Все они добавлены по одному принципу. Все режимы наложения экрана у нас стоит везде. И просто вот так вот сверху мы их положили. Все. Следующий шаг. Это также у нас свечение. Еще больше я его просто добавил. Также две текстуры здесь находятся. Еще вот на переднюю часть волос мы их наложили. Также то же самое две текстуры. Я просто даже продублировал, по-моему, данную папочку. Вот. Просто сделал дубликат и передвинул ее сюда. Больше ничего не изменял. Вот. Так. Следующий шаг.
Это уже добавление фона. Мы добавляем сюда новый фон. Также он у нас находится в дополнительных материалах. Вы открываете его. Так, находите вот здесь вот. Вот он. Фон Bokeh. Добавляете его в свою композицию. И просто также добавляете к нему маску, чтобы стереть девушку с фона. Давайте я опять вам покажу, как это сделать. Вот я, к примеру, удаляю слой маску. Вот. Это вот то, что вы примерно увидите, когда наложите просто... Ну, когда добавите ваш снимок в композицию, да, вот вы новый фон добавили, вот то, что вы видите перед собой. Как вписать сюда грамотно модель, да? Для того, чтобы это сделать, вы щелкаете по маске. Как видите, очень большая работа у нас заключается в работе с маской слоя. Чтобы вам было удобнее видеть, какие участки нужно стирать, просто уменьшите прозрачность вот этого слоя верхнего, чтобы чуть-чуть модель у вас проявилась, и вы могли уже видеть, где работать, да? Так, ну и теперь сначала давайте растворим наш фон в дыму, чтобы он смотрелся гармонично. Выбираем градиент. Так, как помните, мы вначале ставили здесь радиальный градиент. Теперь нам нужен здесь линейный градиент. И вот таким вот образом заливаем наш фон. Так, у меня, видимо, стоит инверсия. У меня он с верхней части осветлился, да? Ничего страшного. Меняем просто направление и заливаем. Вот теперь как нужно, да? Так, вот таким образом, если нужно, чтобы он начинался чуть дальше, соответственно, просто градиент ведете немножко ниже. Вот таким образом. Так. Вот примерно так, вот так вот оставляем. И теперь при помощи кисти мы стираем уже фон с самой модели. Так, давайте уменьшим кисть, чтобы было нам удобно с вами работать. Вот таким образом. Прозрачность можно сейчас поставить больше, но не сильно, да, примерно 60. И начинаем аккуратно стирать эффект с модели, с лица, с плеч. Вот таким образом. И нам нужно будет пройтись аккуратно по всей модели, чтобы у нас нигде не осталось торчащих кусков фона. Вот, в принципе, я также это сейчас делать не буду, так как это довольно много времени займет и довольно кропотливая работа, чтобы все аккуратно получилось, да? Поэтому давайте просто я верну исходное состояние, которое у меня было. Так. Так, вот что у меня было. И давайте опять я вас спрошу, все ли ясно. Ясно ли вам про фон? Как мы его заменили? Шаблоны будут в конце, ребят, немного потерпите. Блики в волосах непонятно. Они добавляются точно так же, как вот блик на руку. Просто вы вставляете в композицию эту текстуру и меняете режим наложения на экран. Все, ничего больше не делаете. Здесь все просто. Откуда берете идеи? Ну, ребят, развивайте фантазию, что я вам скажу. Так, ну ладно, вроде всем все понятно. Полоска между фонами, как вы ее убрали? Это сделал я при помощи градиента. Вы ее можете также при помощи кисти убрать. Просто берете, наводите на тот участок, где она у вас находится, и по маске черной кистью стираете. Все. Больше ничего. Так, ладно. Идем дальше. Закрываем пока что чат. Продолжаем. Так, теперь добавляем в нашу композицию искры. Искры мы возьмем откуда? У нас в папочке откроем.
наши дополнительные материалы. И здесь у нас есть вот такая вот текстура, точнее не текстура, а фотография даже огня. Вот. И нам отсюда понадобится только верхняя часть. Чтобы вам было понятнее, давайте я вам прям сразу сейчас покажу, как я это сделал. Эти два слоя я сейчас уберу. Вот, прям. И при вас мы сейчас это сделаем. Это недолго, все довольно просто. Так. Давайте откроем еще раз эту картинку. Вот. Чтобы вам было понятно, как я ее загружаю, да? Выбираю, нажимаю открыть. Вот сейчас она у меня немножко повисит и откроется. Так, открылась. Копируем, нажимаем Ctrl-A, Ctrl-C. Либо просто выделение. Все, да? То есть полностью выделяете. Вот. Выделили. И скопировать. Редактирование. Копировать. Все. Она у вас в буфере обмена. Теперь переходите опять на нашу основную композицию. И уже вставляете сюда данную текстуру. Нажимаете Ctrl-V. Вот она у нас. Как видите, она очень большого размера. Для того, чтобы ее подогнать так, как нам нужно, ее нужно уменьшить. Это можно сделать при помощи пункта редактирования, трансформирования. Выбираем свободное трансформирование. Вот здесь вот. Ctrl-T. Комбинация на клавиатуре. У нас появляется вот такая вот штука. И мы можем изменять размер нашей текстуры. Зажимаем Shift, чтобы не искажались у нас пропорции. Вот таким образом. Зажатой клавишей Shift мы уменьшаем размер до нужного нам. Так, вот примерно так. Давайте немножечко ее повернем. Чтобы повернуть, надо навести на угол вот здесь. Появятся вот такие две стрелочки. Значит, можно поворачивать. Вот, поворачиваем. Можно даже еще чуть уменьшить. И нажимаем клавишу Enter. Все. У нас вот что с вами сейчас получилось. Как я уже говорил раньше, чтобы гармонично вписать сюда текстуру, нам нужно поменять режим наложения. Ставим режим наложения экран. Как видите, черный фон у нас сразу пропадает, и остаются только вот эти вот яркие искры. Теперь, чтобы также их гармонично здесь вписать, мы добавляем опять слой маску. И при помощи градиента мы их немножечко подредактируем. Выбираем на палитре радиальный градиент. Создали слой маску. И вот таким вот образом заливаем наши искры, да? То есть до того момента, как нам понравится. Чтобы они постепенно растворялись у нас в фоне. Также, чтобы смотрелись они красиво. Так, сможете их подвинуть, например. И теперь можно продублировать данный слой. Нажимаем Ctrl-J. Вот у нас создался дубликат. Либо это можно сделать через щелчок правой клавишей по слою. И выбрать здесь пункт «Создать дубликат слоя». Так, продублировали. Теперь перемещаем данную текстурку налево, чтобы они у нас были и слева, и справа, да? И при помощи свободного трансформирования, редактирования, свободное трансформирование, также немножко ее повернем в другую сторону уже. Вот таким вот образом. Нажимаем клавишу Enter. Все. Также вот у меня скопировалась слой маска. Вы ее можете либо удалить, либо изменить. Давайте я ее сейчас удалю и новую применю. Вот. Удалил. Еще раз. Создаю. И также при помощи градиента заливаю. Все. Вот здесь вот, например. Вот таким образом. У нас опять искры плавно растворяются в фоне. Все. Так. Спрашиваю вас опять. Все ли вам понятно? Так. Жду ответов. Все понятно. Отлично. Я надеюсь, что я сейчас вам немножечко подробнее объяснил, как добавлять сюда текстуры и как с ними работать уже. Ладно.
Все, если понятно, то мы двигаемся дальше. У нас тут осталось уже немножко, потерпите. Буквально два шага. Так, следующий этап, это у нас уже тонирование всей фотографии. Как видите, потому что у нас фон, он отличается по цвету от основного. У нас верхняя часть, она такая рыжая получилась, а низ получился серый. Соответственно, нам нужно это дело исправить. Для этого мы создаем корректирующий слой карты градиента, про который я вам говорил в самом-самом начале, в самых простых уроках. Помните, мы тонировали, да? Вот. Создаем его через вот эту вот менюшечку. Карта градиента здесь. Создали. Так. Давайте я все включу, как будто я его только что создал. Вот он у меня появился. У вас открывается вот сразу окно, в котором вы выбираете цвет для градиента. Так, вы можете использовать либо цвет вот из набора для тонирования, либо стандартные наборы в Photoshop, которые есть. Вот они у вас, да? Я в данном случае использовал стандартный градиент. Это вот такой вот синий, красно-желтый, тройной. Выбираем его, нажимаем ОК. Вначале у нас фотография выглядит не очень красиво, как видите, да? Она у нас такая вот вся пересвеченная, некрасивая. И сейчас мы это дело исправим. Для начала нам с вами нужно режим наложения с обычного поменять на мягкий свет. Меняем. И, как видите, уже изображение смотрится гораздо лучше. И если вам кажется, что цвета слишком яркие, вы просто понижаете прозрачность до нужного значения. Ну, к примеру, вот давайте оставим на 45%. Оптимальное такое тонирование у нас получилось. Смотрится вполне неплохо, я считаю. Так. Спрошу еще раз. Ясно ли вам здесь? Я думаю, с тонированием все уже разобрались. Вам понятно, да? Градиентом в пятом фотошопе также тонируется, как и в шестом. Ничего не меняется. Все то же самое. Да, на правой модели у нас немножечко отличается рисунок. Без разницы, если будете делать сами, то исправите, ничего страшного. Так. Ну что ж, ладно. Остался нам с вами последний слой. Давайте продолжим. Так. Дальше мы с вами будем редактировать уже резкость фотографии и настроим освещение на ней. Для того, чтобы это сделать, нам с вами нужно создать объединенную копию всех слоев, которые мы здесь создали. Для того, чтобы это сделать, мы нажимаем комбинацию Shift, Ctrl, Alt, E на клавиатуре. Четыре кнопки одновременно нам с вами нужно зажать. У нас появляется вот такой вот слой. Давайте я вам даже в чат кину, какие кнопки мы с вами нажимаем. Shift плюс Ctrl плюс Alt плюс E. Так, вот я вам отправил, чтобы вы не забыли. Так, как только вы свели все слои в один, вы можете уже начинать редактировать резкость. Для того, чтобы это сделать, мы переходим в самый верх, выбираем здесь фильтр. Выбираем пункт усиления резкости. Нас здесь интересует контурная резкость. Щелкаем сюда. Так, и вот что у нас здесь появляется. Да? У нас здесь есть три настройки данного инструмента. Первое – это эффект. Второе – это радиус и изогелия. Эффект – это насколько сильно будет применяться резкость. Да? То есть, чем выше, тем, соответственно, у вас будет сильнее заметные изменения. Радиус – это на то, какие детали будут включены в процесс. То есть, чем меньше радиус, тем более мелкие детали. Я использую в данном случае радиус 1 пиксель, чтобы как раз прорисовать более мелкие детали, такие как контуры, волоски, и чтобы хорошо прорисовались именно детали на руках. Видите, они становятся гораздо четче.
И в данном случае у меня настройка стоит эффект на 100%, радиус 1 пиксель. Нажимаем здесь ОК. Так, и давайте посмотрим на изменения. Сейчас я посмотрю. Не знаю, видно ли вам. Вот до. И вот после. Не знаю, видно, еще раз повторю, через интернет или не видно, но изменения есть. Так, изображение стало гораздо четче выглядеть. Ну и последний, финальный шаг. Это у нас настройка освещения здесь. Для того, чтобы это сделать, мы переходим в пункт «Фильтр» и выбираем здесь коррекцию дисторсии. Как раз вот был в начале вопрос про виньетку. Виньетка добавляется вот аналогичным способом. Так, вот как раз здесь, в данном инструменте, мы заходим во вкладочку «Заказная». И здесь есть такой раздел «Виньетка». Как раз он нам с вами нужен. Перетаскиваем вот эти два ползунка «Эффект» влево. Как видите, у нас затемняется изображение. И среднюю точку влево. До того момента, пока нас результат не устроит. Как видите, у нас по краям изображение затемнилось. А центр остался освещенным. Таким образом, мы выдвинули модель еще больше на передний план. Нажимаем здесь «ОК». И давайте вот посмотрим результат до и после. Как видите, получилась вот такая вот красивая виньетка, которая очень хорошо подчеркнула модель на данной композиции.